Бийск, привет! С тобой снова Сам Видел, и сегодня мы поговорим о высоких технологиях и о том, как их используют жители Наукограда. Поехали! У всех технологий, особенно мобильных, есть одна большая проблема. Это проблема с питанием. Особенно это удручает во время поездки, когда нужно сделать важный звонок, ну или, например, посмотреть свежие новости. Например, про Крым. Ну, все же про него говорят. А вот один бийчанин придумал, как решить эту проблему. Ну, я что-то глянул, потому что я в субботу выходной. У меня работа. Ну, давай, ага. На самом деле, в любой уважающей себя машине должна быть установлена зарядка для телефона. Но, если ты имеешь дело с газелью, приходится импровизировать. Ну давай, ага. Я не удивлюсь, если на самом деле он пытается завести заглохший микроавтобус с помощью мобильника. Ну, так сказать, прикурив от аккумулятора. Я думаю, так оно и есть, иначе не объяснить такую живучесть и массовость этих машин в нашем городе. За видео спасибо Павлу Кузнецову, а мы идем дальше. От простеньких телефонов к моделькам посложнее. Сейчас даже самый скромный мобильник должен иметь камеру, и правило это не имеет исключения. Но если таковая все-таки не предусмотрена, выкручивайся как можешь. Например, так, как нам советует Антон Бычков. Камера есть? Неплохой девайс. Даже если встроенная камера на телефоне так себе, можно снимать видео в Full HD. А еще эта камера отлично подойдет как ручка или черенок для модных нынче больших телефонов, которые народ уже вовсю называет лопатами. Камера есть? Крутая штука. Надо патент оформлять и в серию. Наука должна приносить деньги. Значит так, за изобретение ставлю 5, а по... А по предмету неуд, неуд. Ну а теперь главное. Телефон с хорошим аккумулятором у нас есть, отличная камера на нем тоже. Назначение у такого девайса может быть только одно – общение. Оказывается, видеочаты в Бийске давно имеют своих поклонников. Тимур Гаджиев не даст соврать. Ух ты, ух ты. Привет. И может, ты тебя покажешь? Красавчик! Я вот хотел-то, прикинь. Блин, я тоже сначала повелся, как он. И он. И они. Вот даже комментировать ничего не надо, здесь и так буйство неподдельных эмоций. А вообще, надо тоже попробовать такую штуку. И здесь ты! Ну а ты кого ожидал увидеть? Давай заканчивай. Ну, раз я сам себя попросил, то на сегодня все. Следите за новинками, придумывайте свое, шлите нам видео сюда и смотрите старые выпуски на канале ОТН на YouTube. С вами был Сам Видел. До связи!